А я кормлю этот убогий город. Я даю людям работу. Я охраняю улицы и, в отличие от вас, по-настоящему охраняю. Кто посадил на цепь эти своры бритых дебилов, когда они повылезали из всех щелей? Вы! Молчите. Кто дал кусок хлеба старухам, выбив у ваших долбанных демократов разворованные пенсионные бабки? Вы! Да кто, наконец, кормит ваших хваленых ментов? Государство? Как милицию ругать, так все первые. А как помочь им? Ты вот знаешь, что мы такие. Якобы дать вору много наборовать, он автоматически превращается в предпринимателя. А что не так? Нет. Вор есть вор. И ни один уголовник еще не накормил ни одного ребенка. И старухам ты не помогал. Ну, если не считать тех курей, которые ты раздавал во время предвыборной кампании. Но ведь раздавал. Я раздавал. И налогов ты сроду не платил. А рабочие места ты создавал для своих же. Уголовников.